Педагоги Центра дополнительного образования Искитима вошли в состав сборной команды области и участвуют во всероссийском туристском слете. Участники пройдут по маршруту через два района – Ордынский и Искитимский. Финиш запланирован на 26 число в Завьялово. Сегодня сборная команда педагогов Новосибирской области вышла на маршрут первой категории сложности. В четверг команда стартовала из села Чингис Ордынского района. Поход пеший. Педагогам предстоит прошагать 100 километров. Такой вот затопленный мраморный карьер. Называется «Оазис». Здесь водится форель. Мрамор здесь когда-то свои годы добывали. Новосибирский метрополитен. В первый день похода сборная сумела преодолеть расстояние, которое составляет пятую часть пути. Финиш запланирован на 26 число в селе Завьялово Искитимского района. Сегодня было пройдено 21,5 километра. На маршруте был небольшой брод, который не представлял технической сложности. Ну и завтра нас ожидает 22,8 километров. Я думаю, что пройдет тоже все замечательно, все хорошо. У педагогов есть краеведческие цели. Оценить состояние воздуха на маршруте методом биоиндикации по состоянию лишайников на деревьях и встретиться с восточнославянскими переселенцами в селе Чингис. Часть задания туристы уже выполнили. Ставим лагерь, заготавливаем дрова. Товарищи педагоги, как ваше настроение? Отлично! Первая стоянка была организована недалеко от деревни Абрашино Ордынского района, следующая в Нижней Каменке, где запланирована дневка. В составе команды 11 человек, большинство участников – искитимцы. Есть в сборной представитель Бердского центра туризма «Юность». Слет педагогов – это ежегодное мероприятие, которое повышает интерес к туристско-краеведческой деятельности среди работников образования. В числе главных задач слета – пропаганда передового опыта и его использования в работе с учениками, а также повышение мастерства самих педагогов.